Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня у нас с вами будет классный эфир, причем, по-моему, даже у нас еще и классный свет будет. Сегодня мы поговорим с вами на тему, которая на самом-то деле, наверное, волнует каждого человека, потому что каждый из нас рано или поздно сталкивается с тем, ну вообще давайте не сталкивается, живет с тем, что какие-то другие люди что-то хотят от нас. Очень часто это наши близкие люди, люди, которые нам дороги, и мы зачастую выстраиваем свою жизнь, это вот так должно быть, это из-за того, что мы любим и так далее, и так далее. Но я сегодня хочу посмотреть на эту тему немного под другим углом, потому что как можно измениться и как можно пройти какой-то счастливый жизненный путь, если как только ты начинаешь делать шаг или вправо, или влево, немного меняться, твое близкое окружение начинает во что бы то ни стало верещать, оправдывая это тем, что они за тебя волнуются, оправдывая это тем, что ты неправильно делаешь, потому что у тебя мало опыта жизненного, ты еще мало пожил, ты еще ничего не знаешь. И вот ты, как маленький ребенок, который вроде бы только пытается сделать свои какие-то первые шаги, познать этот мир, но родители кричат: туда не ходи, это не трогай, ты разобьешь мне сердце, если дальше включается манипуляции, если ты сделаешь так, то тогда я этак. И вот ты не понимаешь, что же тебе делать, потому что с одной стороны вроде как интуитивно чувствуешь, что нужно идти вперед, развиваться, особенно в какие-то моменты ты чувствуешь это уже весьма осознанно, но с другой стороны тебя то и дело сдерживают. Это одна сторона медали. И вторая сторона медали, я хочу о ней сразу же сказать, чтобы если я о ней забыла, вы мне потом напомнили. Вторая сторона еще интереснее, потому что когда мы начинаем увлекаться своим развитием, своими целями и пониманием того, что ёпсель, так вот куда надо мне идти, когда мы начинаем думать, выстраивать свою жизнь, естественно, на нас начинает наваливаться чувство вины от реальности, потому что реальные люди, все, которые нас окружают, они говорят: ты что это делаешь, ты зачем это делаешь, вернись в реальность, о чем ты там бредишь, о какой лучшей жизни, все это дурня и глупости. И ты, сделав несколько шагов, несколько полетов, практически расправив крылья, вдруг начинаешь чувствовать себя в этом виноватым, вдруг, что называется, помните эту прекрасную фразу «вернись на землю», ты начинаешь возвращаться на землю, и у тебя начинается то, что я называю в жизни откатом. То есть ты после воодушевления, после прекрасного состояния, ты только что поверил в себя, у тебя раскрылись крылья, и тут тебе стало за все это стыдно, ты понимаешь, что ты уже взрослый человек, ты серьезный человек, тебе нужно заниматься реальной жизнью, а реальная жизнь — это боль, страдания, выживание, надо зарабатывать деньги, и о чем вообще таком я думал. И вот эта реальность для многих оказывается болотцем, кашей, из которого человек варится, но сам не в состоянии разобраться. И если его окружение, ваше окружение, да, поддерживает как раз историю того, что тише едешь, дальше будешь, не лезь, нужно мыслить реально, нужно жить в этой плоскости, то, конечно же, крылья схлопываются. Так люди отказываются от своих мечт, так люди хоронят свой потенциал, так люди идут в суровую реальность, исходя из того, что я мечтал стать великим артистом, но послушал папу и решил получить сначала, как родители говорили, сначала получи серьезную профессию, а потом иди уже чем-то занимайся. И это касается не только профессии, это касается и отношений, что с этим, да, может быть, этого я не люблю, может быть, с этим как-то и не очень, но он стабильный, он стабильный. Вот надо такое, чтобы стабильный, или в советские времена говорили, у него стабильная зарплата, у него государственная работа, на его должности точно дадут квартиру. То есть рационализм, когда мы мыслим очень рационально. Но удивительным образом, чем больше я изучаю квантовую физику, чем больше я изучаю законы жизненного разума, чем больше я изучаю историю людей, тем больше я понимаю, что побеждают всегда великие мечтатели. Великие мечтатели, которые являются исследователями своей жизни. То есть не просто мечтатели, а человек, чья мечта заставляет его двигаться и исследовать. И именно эти люди пробивают потолки, именно эти люди запускают в космос ракеты, именно эти люди создают некие инновации и так далее, и так далее. Но это все как бы классная преамбула, да? А мы с вами все-таки встречаемся для того, чтобы поговорить конкретно, разобрать конкретные ситуации, мать твою, что делать. Я, честно говоря,
говоря, ненавижу, а когда я слушаю какую-то, вижу какую-то классную темку, я начинаю слушать видео, и в итоге какая-то одна демагогия. Вокруг да около походили, жопой потерлись, а что делать, непонятно. Поэтому давайте сегодня поставим себе цель разобраться с тем, что кто те люди, которые меня окружают. Вот поговорим в контексте жертвы, как понять, вот эти самые они жертвы и террористы или нет, и как самому перестать испытывать это чувство вины за то, когда ты начинаешь развиваться, за то, когда у тебя появляются крылья, за то, когда у тебя появляются деньги, за то, когда у тебя появляется успех, потому что многие люди прячут свой успех, стесняясь рассказать кому-то, у кого, блин, жопа, все же жалуются обычно, а ты приходишь и не знаешь, как сказать, что у тебя все зашибись, что ты развиваешься, ты ж хвастуном будешь. Вот давайте сегодня найдем ответы на эти вопросы, и мне бы хотелось, чтобы в конце эфира у вас появилось четкое ощущение и понимание того, что вам делать и каким человеком вы хотите быть. Договорились? Давайте вы сделаете вид, что, значит, вы тут все слушаете, напишите мне об этом, я сейчас сделаю глоток колы, боже, увидела, что сканер уже и на коле, и мы с вами начнем. Боже, не зря говорят, что она смакую холодную. Однозначно. Теплая кола – ничто. Так, вы тут зададите, да, мне знак, что вы меня все слышите? Во, прекрасно. Отлично. Итак, давайте с вами начнем жевать эту тему. Почему я ее назвала «Это ты во всем виновата»? Дело в том, что если вы обратите внимание, я хочу, чтобы вы сейчас запомнили, подумали, а потом стали обращать внимание и видеть, как это проявляется в жизни. Если вы обратите внимание, что как только вы, вообще, что бы вы ни делали в своей жизни, вот что бы вы ни делали, вы встречаетесь с двумя ключевыми типами поведения. Первый тип поведения – это то, что вас во всем обвиняют. То есть, например, вы говорите там, мне, я бы хотела купить себе шмотку, а муж вам говорит, это ты виновата, что мы не можем купить вещи, ты и так слишком много тратишь, ты виновата. Вы говорите своей маме, я бы хотела жить по-другому. А мама говорит, это ты виновата, что ты так сама живешь. Потому что я тебе говорила, что надо было за вот этого замуж выходить. Ты меня не послушала, это ты виновата. И вот если вы внимательно, просто можете себе это законспектировать, начнете обращать внимание, то вы увидите, что первое, люди, которые нас окружают, близкие, склонны обвинять нас, в шуточной форме, в веселой, в грустной, они подают это под приправой как угодно. Но так или иначе, они обвиняют в том, что что-то не получается, причем очень часто у них, вас. У меня не получилось, а ты виновата. Второй момент – это то, что мы проявляем это и в себе по отношению к другим. Мы часто обвиняем детей. Ты виновата, что я не работаю. Ты виновата, что я живу с твоим отцом. Если бы не ты, я бы с ним давно никогда не жила. Ты виновата, мы все время подстраиваем вот эти истории про виновата. Почему это происходит? Ну, вы знаете, прежде всего, потому что это уже сложившийся стереотип. Мы выросли с тем, что мы слышали, как наши родители все друг друга в чем-то обвиняли. Моя мама обвиняла папу, что он не работал, ну, моего отчима, что он не работал, и поэтому ей приходилось много работать, и она в итоге подорвала здоровье, и она рыдала, и рассказывала ему, значит, как сложно ей было жить, избивая его там полотенцем, потому что он приходил каждый день выпивший, он трезвый, вы же уже не мог жить в этом аду, естественно. И вот она его обвиняла в этом. Он ее обвинял за то, что она когда-то повезла его, значит, там, в место, где она родилась, и он зачем-то полез на какую-то грушу, с которой он упал, сломал позвоночник, и потом вся его жизнь перевернулась. И вот люди друг друга обвиняют. Мы, безусловно, на бессознательном уровне это слушаем. Дальше мы учимся обвинять точно так же всех вокруг. Мы, для нас, вот эта привычка обвинений кого-то в чем-то абсолютно нормально. Я уже говорила о том, что мы обвиняем страну, президента, возраст. Мы говорим, это возраст уже виноват, я уже в таком возрасте никому не нужен. Ну, то есть, по сути, виноват возраст. Работодатель всегда говно, всегда. Он всегда говно, он всегда мало платит, много требует, он не понимает вас, он вас не отпускает. То есть, мы к этой модели привыкаем. Вокруг все друг друга обвиняют. И мы с вами, естественно,
привыкаем обвинять и привыкаем чувствовать себя виноватыми. Потому что, помните, есть такая гениальная фраза «нет дыма без огня». И вот мы, значит, понимаем, что, наверное же, нету дыма без огня, и я действительно виноват, и они действительно виноваты. И даже когда тебя никто не обвиняет, ты все равно себя чувствуешь виноватым. И порой люди на любую фразу «как дела?» уже чувствуют себя виноватыми, что я опять что-то не так сделал, то есть мы сами себя в это закапываем. Я хочу, чтобы вы это поняли, что очень часто мы закапываем себя, причем по такой хитрой системе. Мы закапываем себя в то, что мы постоянно привыкаем кого-то обвинять, и мы закапываем себя в том, что мы постоянно привыкаем ощущать это чувство вины. Мы виноваты, детям недостаточно купили, мужу недостаточно раздали, работали недостаточно хорошо, себя недостаточно любим. Мы начинаем жить с этим грузом. Теперь давайте вернемся к энергетической части. Что происходит? Мы постоянно ощущаем, то есть мы излучаем некую проблемную такую, наша вот энергетическая аура, она уже выглядит очень болезненно, потому что мы, по сути, постоянно находимся в стрессе. Что такое стресс? У нас есть такое понятие, как клеточная вибрация. У каждой клетки. И эта клеточная вибрация, ну не хочу вас сильно загружать, в общем, она равна определенной вибрации Земли. То есть, когда мы с вами, как, чем отличается здоровый человек от больного человека, когда мы с вами резонируем и находимся на одной этой клеточной вибрации, вот представьте себе, что у нас розетка 220 вольт, и мы 220 вольт подключаемся, мы с вами нормально работаем. Но если там какое-то другое количество вольт, вот как бывает, знаете, приезжаешь куда-то, а фен твой не работает, потому что она у тебя 220, а там 110, и все, ты включаешь, оно у тебя не работает. Так вот, что происходит с нами? Нормальное состояние человека, вообще человек рожден для удовольствия и кайфа. И мы с вами находимся на одной совместной вибрации со всей планетой, со всей Вселенной, когда мы счастливы. И наши клетки нормально функционируют, они счастливы, наша каждая клетка имеет эту вибрацию. Но когда мы с вами, наша лимфа, мы же знаете, что мы состоим из жидкости, лимфа, кровь, вот все это имеет определенную энергетическую вибрацию. Когда мы начинаем с вами страдать, когда мы начинаем с вами переживать депрессии, когда мы с вами начинаем переживать стресс, а мы делаем, мать вашу, это практически всегда, мы начинаем болеть. Болезнь начинается тогда, когда частота вибрации наших клеток начинает снижаться. То есть мы с вами больше, розетка, да, напряжение вот это вот не совпадает. И мы начинаем болеть. Наши клетки начинают болеть. У нас с вами вот это состояние страдания происходит. И в зависимости от того, насколько сильно мы страдаем и по какому поводу, потому что каждый наш орган отвечает, если вы немножко психосоматику изучали, то знаете, что каждый наш орган отвечает за определенный наборчик того, что с нами происходит, того, что мы с вами испытываем, там гнев, страх, боль и так далее. И мы с вами в зависимости от количества уровня этих страданий и получаем свои болезни. В некоторых случаях очень легкие, а в некоторых случаях очень нелегкие. Поэтому, когда мы этого не знаем, мы никакой связи, взаимосвязи не улавливаем. Но я хочу, чтобы вы сейчас уловили очень четкую взаимосвязь, потому что нам нужно для себя получить мотивацию. Мотивацию, почему мне нужно следить все-таки за тем, что я чувствую. Для кого-то является мотивацией там, деньги, там, еще что-то, но для кого-то нет. Но вот я хочу, чтобы вы понимали, что болезненность – это всегда желание спрятаться от мира. Болезнь, я уже рассказывала об этом, еще с детства для многих из нас явилась волшебной кнопкой манипуляции. Почему? Потому что наши родители, да, например, ну я так, я сейчас обобщаю, понятно, что бывает по-разному, но в целом эта картина выглядит так. Вспомните, родители говорят, так, давай, собирайся, иди в школу, ты там, я устал, у родителя своя жизнь, у тебя своя жизнь, это нормально. И ты часто говоришь, мама говорит, да приготовь сам себе завтрак, да приготовь там, да все, да я побежал. Но стоит нам заболеть, и что происходит? Мама бросает работу, бежит покупать тебе что-то вкусненькое. Она читает тебе сказочку, она ночью меряет температуру, она кладет тебя в свою кровать. Ты становишься центром Вселенной для мамы.
А теперь скажите, пожалуйста, может ли это не понравиться? И можем ли мы это бессознательно, неосознанно, еще будучи ребенком, понять эту взаимосвязь, что когда мне плохо, мама со мной. Но ведь когда тебе плохо, не только мама с тобой. Друзья тебя начинают жалеть, люди тебя начинают жалеть. И мы с вами очень четко улавливаем этот инструмент. И берем ее как манипуляцию. Если мы хотим решить какую-то ситуацию, мы начинаем рассказывать трагическую историю о том, как нам плохо, о том, как нас обижают, о том, как у нас, значит, и мы понимаем, что в этот момент нам все начинают сочувствовать. А теперь следующий вопрос. А кто нам начинает сочувствовать? Кто? А нам начинают сочувствовать спасатели. Потому что у нас с вами есть две ключевые роли, которые переключаются. Это роль, это обычная история, это роль жертвы, роль человека, жертва — это человек, который кого-то обвиняет, да, в чем-то, уже как я сказала. Но жертва легко превращается в спасателя. Спасатель — это человек, который начинает проявляться и проявлять, точнее, себя, какую-то свою жизненно важную позицию, которую он не может проявить в жизни. То есть он не может быть там успешным, в чем-то реализоваться. Но здесь он может занять позицию поддержать жертву. Он начинает вместе с жертвой ругать других, он начинает ее жалеть. Он для какого-то человека становится героем. И чувствует, начинает в этот момент чувствовать свою собственную значимость. И вот когда я не могу проявиться в жизни глобально, когда мне не могут, у меня нету подписчиков, у меня нету поклонников, у меня нету людей, которым я приношу реальную пользу, я ничего ценного не сделала для мира, тогда я могу спасти бомжиху Тоню, я могу спасти соседку Глашу, защитив ее от ее дочери неблагодарной, значит, и я скажу, что Глаша, да ты молодец, и я начну этим жить, и моя жизнь обретет некое значение, я пойму, что я делаю что-то большое, понимаете? То есть вы схлопываете в этот момент свой мир, влияете ли вы как-то на свою жизнь, делаете ли вы что-то реально классное? Нет. Вы просто в своем маленьком тесном мирке придаете какую-то значимость и окрас своей собственной жизни. Вот это ваш маленький кукольный театр. Вот вы должны это понимать. Это ваш маленький кукольный театр, и вы в него играете. Это никак вообще не сказывается на ваши успехи, на какое-то улучшение, полезное дело миру. Нет, это вот просто... Ну, вы говорите, я же помогаю там тете Глаше. И вот вы в эту игру играете. Естественно, в этот момент вам некогда жить своей собственной жизнью, вам некогда вообще ни о чем другом думать, потому что вы это раздуваете до каких-то огромных вопросов. Это история про школы, например, когда... Можно я сяду поудобнее? Если вы не против. Когда, например, родители очень активно живут классными собраниями, обсуждают учителя, потом после с собой встречаются, обсуждают какую-то мамашу другую, то есть заступаются за кого-то, кого в классе там обидели, и вот они этим живут. Вот такая история с этим происходит. Значит, опять-таки, давайте будем возвращаться, да, к теме. То есть, если вы замечаете, что вокруг вас есть люди, которые сразу же начинают вас вообще, не то что сразу же, вообще вас начинают в чем-то обвинять, первое, что вы должны понять, что вам не за что испытывать никакого чувства вины, вы сразу же должны отследить, ага, жертва, просто на этого человека как будто бы промаркировать и повесить наклейку, понять, что это жертва. Вот вы идете, например, и на вас гавкает собака. Вы же не начинаете от этого падать в истерику, вы же не начинаете думать, что я сделал не так, как, почему эта собака обо мне так думает, я же не такой, я же не заслужил гавканье. Вы просто знаете, что это собака, и она гавкает. То же самое вы знаете про людей. Это люди, жертвы, которые обвиняют. Все, вы промаркировали, посмотрели, это Кока-Кола без цукру. Ага, понятно, понял, поставил банку в сторону. То есть вот, собственно, все, что вам нужно в этот момент сделать. Не начать в себе копаться, боже, что думает обо мне эта банка. Нет, просто вы знаете этот типаж людей.
Второй момент. Если этот человек начинает требовать от вас сострадания, да, вот ваша мама, например, она вам говорит: «Ой, так, конечно, сейчас тяжело. Представляешь, Маринка позвонила, а Маринка вообще что-то она на меня дуется за что-то, но она, конечно, со своим там мужиком, и ты такая сидишь и понимаешь, маме надо поговорить». И ты говоришь: мам, прости, пожалуйста, я сейчас не могу говорить. Мама говорит: вот тебе с матерью некогда поговорить. Вот здесь вы должны понимать, у мамы работает типичная история жертвы. Это нормально. Вы говорите: мам, я тебя сильно люблю, до свидос. Сейчас по этому поводу уже все время рассказываю, что делать, расскажу еще раз. Значит, ни в коем случае вы не включаете роль спасателя. Вы не начинаете маму сильно осознанно жалеть. Что такое осознанно? Осознанно — это значит, что вы начинаете реально с мамой обсуждать, какая там Маринка гадина. То есть реально в это включаться. Вы можете здесь включить кинотеатр, когда вы на 3 минуты думаете: ладно, ты говоришь: да, мама, Марина, конечно, гадюка еще та. Вы с мамой что-то обсудили, вот поржали с этого, вы поржали, сделали вид, придали этому важность, все, выключились. Поняли, что вы просто только что сделали что-то для мамы приятное. Вот и все. Ни в коем случае не врубили в себя спасателя. Как только вы начинаете в ситуацию с мамой, со своими подругами, подруга про мужа рассказала, вы, блин, муж говно, там, т-т-т, все, вы включились в спасателя, и вы только что закрыли, поставили крестик на своей жизни, еще и подключились к негативным вибрациям, и, обсуждая мужа подружки, привлекли в свою жизнь еще кучу негатива. Потому что с энергетической точки зрения вообще не важно, что вы обсуждаете, важно, что вы при этом чувствуете и излучаете. Вот, собственно, и все. Поэтому жертв вы должны распознавать, и вы ни в коем случае не должны в этот момент идти на эту манипуляцию. Ваш муж говорит: это ты во всем виновата. Ты говоришь: да, дорогой, конечно, это я во всем виновата. Безусловно, да, хорошо. Но как тут быть, да? Безусловно, когда ты начинаешь понимать, что ладно, твоя подружка жертва, твоя мама жертва, хрен с ним. Но когда твой партнер, с которым ты живешь и строишь какие-то планы на будущее, начинает превращаться в жертву, которая тебя постоянно обвиняет и стрессирует, здесь, конечно, нужно проводить уже серьезные разговоры. То есть здесь уже молчать долго нельзя. Здесь уже нужно в тот момент, когда вы уже понимаете, что происходит, то есть у вас уже прошли ваши внутренние какие-то мытарства, вы уже четко понимаете, что происходит, вы должны, конечно же, сажать половинку на разговор и говорить ему, что: дорогой, ты знаешь, жертвы, конечно, называть не надо, потому что люди на это могут агрессивно отреагировать, особенно если это мужчина. Но вы должны ему сказать следующее. Это моя версия, вы ему ничего не должны сказать. Я просто говорю версия. Вы должны сказать ему следующий момент, что: дорогой, ты знаешь, мы с тобой два взрослых человека, правда? И я думаю, что нам уже пора с тобой понять, что каждый из нас сам отвечает за свою жизнь, за свои поступки. И каждый из нас является, взрослым. Давай с тобой попробуем пообщаться, как два взрослых человека. Потому что ребенок, это вот наш ребенок, если он у вас есть, ему нормально, он не зарабатывает деньги, он еще не может принимать каких-то суперрешений. Окей, ладно, и то по ребенку у меня есть много, на самом деле, вопросов, но неважно. Но мы с тобой два человека, которые находятся вместе, потому что им хорошо. Если нам с тобой нехорошо, мы можем с тобой вместе не находиться. Если мы с тобой недостаточно зарабатываем, мы можем подумать, как заработать больше. Если нам не нравится кому-то работа друг друга, мы можем с тобой это обсудить. Если нам не нравятся наши взаимоотношения, давай это поднимать. Потому что, обвиняя друг друга, мы точно не решим никакого вопроса. Если бы люди, которым нужно было построить здание, вместо того, чтобы разбирать, как именно его построить, обвиняли друг друга, что ты неправильно кладешь кирпич, а ты что-то не туда лепишь, а ты как-то не так делаешь, что зданий бы не было. Поэтому давай мы с тобой либо начинаем думать конструктивно, искать варианты, развиваться, либо, если мы во всем виноваты друг у друга и делаем друг друга несчастными, давай это нахрен рубить. Потому что два человека, на которые взрослые находятся и все время друг друга обвиняют, это тупик.
И лично я не знаю, милый, как ты, лично я не намерена всю свою жизнь страдать и позволять тебе на меня что-то выливать. И точно так же я не хочу тебя обвинять. Мы два взрослых человека. И либо мы с тобой разбираем нашу жизнь, раз уж мы это все натворили, мы с тобой выясняем, хотим ли быть мы вместе, может, мы не хотим быть вместе. Хорошо ли тебе со мной в сексе? А тебе интересно узнать, мне с тобой хорошо в сексе или нет? Тебе интересно узнать, что я на самом деле думаю о твоей работе. Тебе интересно узнать, как на самом деле я смотрю на ту жизнь, которая у нас есть? Давай об этом разговаривать. Люди забывают, что они могут говорить. Закрой чат, сейчас я просто удалю парочку человек, друзья, и будет... Почему тогда жертва не отпускает спасателя? Дело в том, что жертва и спасатель – это часто один и тот же человек, как собственный агрессор. Объясню вам. У меня есть по этому поводу видео, но объясню вам. В психологии это называется треугольник Карпмана. Когда жертва изначально страдает, потом в какой-то момент жертва видит, как... Ну, даже не так. Жертва изначально страдает, и у нее появляется какой-то спасатель. Спасатель начинает, вот я вам расскажу на таком простом примере. Жертва алкоголик, да, вот она страдает от алкоголя. Вот алкоголь, значит, и появляется спасатель. Жена начинает, значит, там спасать своего супруга. Я тебя обязательно спасу, значит, и идут они там к какому-то врачу. Они лечатся у врача. И спустя месяц жертва снова срывается, алкоголик начинает пить. В этот момент спасатель, жена, превращается в агрессора и вместе с жертвой начинает нападать на врача. «Ах ты тварь, мы столько денег тебе отдали!» То есть спасатель превратился в жесткого агрессора, такого конкретного. Вот. Потом в какой-то момент муж говорит своему бывшему спасателю-агрессору: это вообще все из-за тебя, это я пью из-за тебя, если бы не ты, дура, в моей жизни, я бы вообще не пил. И в этот момент агрессор, сначала спасатель, потом агрессор превращается в жертву. Он говорит: как же так, я же тебя так люблю, я все это делал ради тебя, я вообще всю свою жизнь бросила. То есть мы эти роли постоянно меняем, меняем до тех пор, пока мы не понимаем, что мы находимся в западне, что любая из этих ролей обрекает нас на постоянную игру, а не на осознанный выход и принятие ответственности за свою собственную жизнь. Когда я понимаю, что да, мой муж пьет, ну пусть пьет, просто я с ним жить не буду. Я выставляю его из своего дома и говорю: слушай, я не собираюсь тебя спасать, рассказывать тебе что-то, иди просто нахер. Неважно, развелись, отдала часть квартиры, выкинула на улицу, в зависимости от конкретной ситуации, в которой это происходит. Это больше не моя проблема. И это единственная возможность, когда человек может прийти в себя. Когда он вдруг понимает, что с ним никто нянькаться не будет. Что мамы больше нет, спасателя больше нет. И он понимает, что сейчас либо он сдохнет на улице, либо он возьмет ответственность за свою жизнь и перестанет пить. Я с алкоголем очень хорошо знакома, потому что я уже неоднократно говорила, что у меня был отец мой алкоголик, мой отчим долго страдал от алкоголизма, и мой парень тоже как бы был типичным продолжением моего отца, да, типичной копией. Поэтому я об алкоголизме знаю не понаслышке, поверьте, я годами это все наблюдала, и, ну, в общем, знаю про это очень много. Поэтому вы должны понимать, что да, эти роли как бы сменяются. То есть тут так. Можно пример без алкоголика для чего-то другого. Господи, ну, смотрите. Давайте, боже, у меня столько сообщений вылазит. Давайте классический пример. Муж, свекровь и вы. И вы. Вот, да, классический пример. Вот ваш муж мало зарабатывает. Вы выступаете в роли агрессора. Вы говорите ему: дорогой, ты знаешь, ну ты что-то вообще уже, ну ты приносишь какие-то копейки, ну может быть ты возьмешься за голову, у нас семья, я ишачу, я кормлю наших детей. Свекровь выступает в роли спасателя и агрессора для вас. Она говорит:
Вы что? Ты что? Ты вообще неблагодарная. У меня золотой мальчик, у него просто не получается. Ты мое солнышко. Я тебе говорила, значит, что тебе не надо на ней жениться. Она тебя не ценит вообще. И говорит, ты вообще должна делать там что-то. Вообще, как вот все это получилось? В какой-то момент вы срываетесь, и вы говорите, да я из-за вашего сына, вообще, я бы могла выйти замуж за крутого, он меня любил, я из-за него перечеркнула свою жизнь. Вы тут стали уже жертвой. Свекровь из агрессора была агрессором-спасателем. Свекровь в какой-то момент падает в обморок, начинает болеть и говорит сыну, все, я теперь из-за нее умираю. Она убила твою мать. Сын превращается из жертвы в агрессора по отношению к вам. Как ты могла? Ты мою мать убиваешь вообще? Какие деньги? Тебе только это нужно. Ну вот вам, классика жанра. То есть мы эти роли меняем просто по кругу, как угодно, понимаете? И вот это бесконечная игра. В треугольнике это могут быть не три героя, может быть гораздо больше человек, и 5, и 6, но каждый из них в какой-то момент играет вот эту какую-то определенную замечательную роль. Значит, еще раз, что происходит, вот я вам расскажу про себя, да, то есть, когда я попадаю в какую-то такую историю, кто-то начинает там обвинять, ну, например, мне говорят, ее ребенок выигрывает, потому что она платит за него много денег. Хорошо. Потому что у нее богатый муж. Потому что, значит, там она, я не знаю, как это вижу я, осознанный человек. Я сразу понимаю, так, я попала в театр абсурда. Я ни в коем случае не начинаю им рассказывать, да вы знаете, как я работаю, да вы знаете, какие у меня дети. Зачем? Я же не буду собаке рассказывать, что не надо на меня гавкать. Я просто понимаю, кто это. Первый всегда момент – идентификация. Я четко идентифицирую, кто рядом со мной находится. Я не пытаюсь этих людей менять. Я не говорю им, приходите ко мне на марафон, и хотите, я вам устрою психотерапию. Нет, я просто думаю, так, окей, какая у меня, значит, цель и задача? Первое, если я могу от этих людей дистанцироваться по максимуму, я просто дистанцируюсь. Просто дистанцируюсь вообще, то есть даже не думая об этом. Второй момент, я вырабатываю собственную стратегию поведения, при этом прекрасно понимаю, что это злая собака. Я даже иногда называю людей для себя, называю там этот страдалец, да, там этот там вечный там обидчик, этот шарпей. Неважно, я про себя могу называть для того, чтобы я к этому относилась, как будто бы я в театре. Это ни в коем случае не значит, что я там не уважаю этих людей. Нет, я просто занимаю, я понимаю, что я не хочу играть в их роли. Они же ждут, когда я как-то начну реагировать, когда я как-то начну с ними взаимодействовать. Люди же всегда жаждут крови, понимаете? Всегда жаждут месива. Я понимаю, что я сосредоточена на своей жизни. У меня есть мои собственные цели. И в мои цели точно не входят склоки, доказывания. У меня есть своя история. Так вот, это очень важный момент. В жизни очень важно для того, чтобы вы могли двигаться, понимать, куда вы двигаетесь и чего вы хотите. Не эти люди от вас хотят, а вы чего хотите. То, чему я посвящаю рерайтер, и то, о чем я говорю в каждом эфире. Я должна четко знать, какого мужика я хочу рядом, какие отношения я хочу, как я хочу, чтобы мой мужчина ко мне относился, как я хочу относиться к нему, какое у нас взаимодействие, как я это вижу. То же самое касаемо моих детей. Почему родителям часто сложно с детьми? Потому что они отпускают детей на самотек, ну типа считая, что дети еще маленькие, они ничего не соображают и когда-то вырастут. Не общаясь с детьми с раннего детства и изначально не выясняя цели и задачи детей, не пытаясь детей куда-нибудь обратить внимание, что им нравится. И тоже ребенок это маленький человек, задача тоже поставить его, помочь ему сделать его жизнь увлекательной. Найти то, что будет его жизнь увлекать, и тогда он будет самостоятельно развиваться. Конечно, с вашей помощью, но тем не менее он будет знать, что ему интересно, а не вы будете вот это вот устраивать какую-то нервотрепку и пытаться просто что-то воткнуть ему в глаз, просто чтобы он вас не трогал. Вот это важный нюанс. Я должна знать, какие у меня жизненные цели, кем я хочу стать, чего я хочу достичь, хотя бы на ближайший период времени, в чем я себя хочу попробовать, хотя бы, пусть не мыслить там 25 тысяч лет, но мыслить хотя бы какими-то
каким-то годом, каким-то двумя, каким-то хотя бы даже пусть не сроками, а понимание, чего я сейчас хочу, куда я хочу идти. Потому что если я этого не знаю, то я как будто бы плыву по какому-то течению. И чувствую так, что вроде бы я пришла не в ресторан заказать блюдо, а я просто стою на кухне, и мне приносят ошметки того, что не доели гости. И я понимаю, что я не ем баранину, но только что с третьего столика принесли, значит, там кусок баранины недоеденный. И значит, я сегодня ем баранину, а там картошку не доели. И я картошку, и я вроде бы сыта. Смысл в тот же самый. Я сытая. Еда есть. Но я ем вообще не то, что я хочу, понимаете? Как и одежда. Для того, чтобы быть одетым, не обязательно ходить в магазины. Можно просто собирать, и в мусорниках можно собирать. Их вам могут какие-то соседи их там отдавать, еще кто-то, тетки, бабки. Но вопрос в том, как я хочу выглядеть, да? Если я задаюсь этой целью, конечно же, я немножко по-другому к этому подхожу. Я иду в магазин, или у меня даже есть стилист, или я сама собираю себе какие-то луки, капсулы. Если нет, я просто надеваю на себя вот что-нибудь. Поэтому это важно знать. Когда я знаю, чего я хочу, тогда мне проще понять, кто из этих людей мне нужен и не нужен. То есть, на кого мне стоит обращать внимание, на кого не стоит. Теперь следующий момент. То, что я сказала в начале. Что часто такое бывает, что ты начинаешь какой-то путь свой. Чаще всего это происходит именно, когда ты начинаешь где-то учиться, когда у тебя появляется ментор, когда у тебя появляется какой-то курс. Вот люди часто приходят ко мне на рерайтер жизни, и глаза открываются, и ты начинаешь заниматься своей жизнью. Но ты жил как-то 20, 30, 40, 50, 60 лет, у тебя была твоя жизнь. И вот ты начал заниматься своей жизнью новой, 2 недели. Ты очень воодушевлен, у тебя происходит вся трансформация. Но привычки-то у тебя старые. И в какой-то момент, плюс твое окружение, которое находится, которое за тобой наблюдает, как за наркоманом каким-то, типа, в смысле, что ты вдруг стал делать? Вообще какой-то ты другой стал. А тебя начинает еще раздражать, что люди все страдают. Ты им начинаешь делать замечания. Говоришь, а чего вы все время ноете? А чего вы все время страдаете? А почему вы... И они начинают на тебя смотреть украдкой и хотят тебя спасти. Они понимают, что ты попал в какую-то секту, что с тобой что-то не то, что ты начал бредить какими-то вещами, какими-то целями. Я типа все могу, я могу нарисовать любую свою жизнь. Ты что, типа вообще crazy, сумасшедший? Они тебя начинают спасать. И вот бывает такое, что в итоге с тобой начинается серьезный разговор друзей, семьи, еще кого-то, которые говорят тебе приблизительно следующую вещь. В конце, со слезами на глазах, спустись на землю. Ты же сейчас просрешь всю свою жизнь. Ты же так долго нарабатывал, чтобы попасть на эту работу. Ты же столько лет учился. Ты же столько лет живешь с этой женщиной или с этим мужчиной. А помни, что ты делаешь. И у тебя включается страх. Ёпси. А что, если я и правда делаю что-то не так? Что, если я все это себе придумал? Что, если действительно мой удел, вот эта жизнь, которая у меня есть? И начинает включаться задняя, дрожать коленки и так далее. Я здесь выявила такое правило, которое я назвала как правило каната. Вот я себе всегда в жизни представляю, что у меня есть какая-то моя цель, неважно какого масштаба, но вот я знаю, чего я хочу, какой-то мой путь. Я себе представляю, что это канат, он куда-то прицеплен. Я этого не вижу, но вот он у меня в воздухе висит такой, только он не вертикально висит, а горизонтально в моем воображении. И вот он вот здесь такой толстенький. И я, когда начинаю в какой-то момент шевелиться в другую сторону, иногда это бывает даже не когда меня кто-то шевелит, а в моем случае, когда я переключаюсь, очень сильно увлекаюсь детьми, например, там, ну, знаете, какой-то темой, я себе говорю, так, давай с тобой вспомним, какая у тебя цель вообще, чего ты хочешь, ты кем хочешь стать, супермамой или, ну, какая у тебя цель? Я вспоминаю свою собственную цель. И я себе в этот момент представляю, как я держусь, беру этот канат и прям натягиваю этот канат. И прям ощущаю и вспоминаю. То есть он у меня, знаете, как удочка, рыбка. То есть я дергаю и ощущаю, вспоминаю, какая у меня там цель. И я себе говорю, так, ладно, все это замечательно, что бы мне кто ни говорил, кто бы что ни делал, я держусь за свой канат. И каждый день моя задача сделать перехват.
Перехват — это какое-то действие, которое ведет меня к моей цели каждый день. Я не ставлю себе цель за день сделать 300 перехватов. Нет, я знаю, что если я сделаю за день 300 перехватов, то завтра у меня будет крепатура, и послезавтра мне захочется перестать это делать. Если я скажу, я сделала вчера 300, сделаю паузу, и все. Самое главное здесь регулярность. И вот этот канат для меня, когда мне человек, например, начинает что-то говорить, ну, знаете, иногда мне, например, да, пишут люди там неприятные какие-то комментарии, бывает где-то там на YouTube, боже, ты дура, что ты вообще чешешь, ты вообще себя слышала, ты... Ну, честно скажу, меня уже это не пробивает. Но в какие-то моменты меня пробивали какие-то там вещи. Ну, уже долгое время у меня нету никаких таких пробивов. Я себе все время напоминала, кто я, куда я иду, для чего я. Я подхватывала свой канат. И это позволяло мне чувствовать нечто крепкое и не обращать на это внимания. Понимать, что какие бы ветры ни были, какие бы, что бы ни происходило, я крепко держу свой канат. И когда вам начинают ваши близкие там вас пытаться каким-то образом вернуть на землю, вспоминайте о том, что есть некое решение, некое желание, которое у вас есть, некое решение, которое вы приняли, куда вы хотите идти. И прийти вы можете только в одном случае, если вы будете крепко держаться за свой канат. Потому что если вы каждому человеку будете позволять сбивать себя с намеченной цели, поверьте мне, ни одна бы ракета не взлетела, ни один бы самолет не взлетел, и много бы чего не открылось, потому что обычно, когда мы говорим о каких-то своих желаниях, есть огромное количество людей, которое никогда ни черта не делало, но оно прекрасно может нам рассказать, почему это делать не надо, почему это страшно, почему это нестабильно, почему в это время нельзя открыть бизнес, почему ты не можешь развестись или выйти за этого человека замуж. Люди постоянно... Еще один подобный комментарий, Артур, я буду вас блочить. Вот, вы просто... Я уважаю тех людей, которые меня слушают, не хочу сбиваться, ребят, но как бы кому посрать, идите, пожалуйста, посмотрите в другой эфир, я вас очень прошу, ну, заблочу навсегда. Поэтому это очень и очень важно понимать. Если ставишь себе цель, то дойди вначале хоть к одной. Достижение целей – это тоже привычка. Мы все с вами полностью состоим из привычек. Я хочу, чтобы вы помнили, что никогда жертвы еще не добивались каких-то целей. И когда вам хочется поныть и сказать себе, почему у вас не получается, скажите себе: нет, давай я лучше подумаю о том, почему у меня получится. Хотя бы потому, что сейчас я встану и начну делать. Хотя бы потому, что сейчас я не поведусь на это. Хотя бы потому, что сейчас, когда они все сидят и считают, что могут меня вычитывать, а в некоторых семьях, к сожалению, такое есть, я просто встану и выйду. Без психов, агрессии. Они должны привыкнуть, что я взрослый человек. Мы должны сами привыкнуть к тому, что мы взрослые. Я уже говорила, взрослый отличается от ребенка тем, что он берет ответственность за свою жизнь и в состоянии ей управлять. Если ребенок, к сожалению, не может пойти еще заработать себе денег, снять отдельную квартиру, то взрослый человек может. И если вы до сих пор этого не сделали, значит, ваши родители или с кем вы там живете, они правы. Они правы, потому что вы зависимы. Вы сами себя посадили на эту цепь, потому что взрослый человек должен быть в состоянии самостоятельно отвечать за свою жизнь. Это правильно. Когда мы вообще строим отношения на почве того, что я всегда в состоянии сам себя обеспечить, да, знаю, кто я, не кто мы, а кто я, чего я хочу, а не мы хотим, вот, куда мне идти, что мне делать, что я себя представляю, какие у меня цели и желания, тогда и отношения строятся гораздо проще и интересней. Потому что вас уважают, потому что вы сами себя уважаете, потому что вы уже сами по-другому себя ощущаете. И вот эта жертвенность, она, вы не поверите, но она уходит. Она может вас покинуть раз и навсегда. И история про какие-либо обвинения, вы просто забудете о том, что это такое. Второй момент, когда другие люди будут вас в чем-то обвинять, вы перестанете это принимать как-то близко. Вы перестанете ощущать чувство вины. Вот знаете, там мои дети,
мы пошли к реабилитологам, одним массажистам, и решили, что они месяц будут каждый день ходить туда. Но когда мы начали пытаться совместить их график, ну, я поняла, что нам просто, ну, нам вообще некогда жить будет с Сергеем, потому что непонятно вообще, как это все успеть. И я сказала, что давай мы закончим сейчас школу 2 недели, и мы начнем вас водить. И вот, значит, Алиса, моя старшая дочь, сразу расстроилась. Ей очень понравилось, ей стало легче сразу же, там нормально расслабили все мышцы. И она начала, значит, там, первым делом у Алисы реакция еще слезы такая детская. И я ей говорю: Алиса, вот смотри, ты сейчас стараешься, ну, ты этого не понимаешь, но ты на меня пытаешься навязать чувство вины, чтобы я почувствовала себя плохой мамой, что, мол, мой ребенок, вот у него что-то болит, а я, видите ли, отказываюсь его куда-то возить. И я ей говорю: а теперь скажи мне, пожалуйста, можно ли меня назвать плохой мамой? Можно ли сказать, что я чего-то тебе не даю, что я уделяю тебе недостаточно времени, что я уделяю каким-то образом тебя в чем-то ограничиваю, в том, чем ты занимаешься? Я тебе все плачу, везде с тобой бываю, во всем тебя поддерживаю. Она говорит: нет, нельзя. Я говорю: тогда вот сейчас, когда ты плачешь, ты как будто бы, ну, ты чего добиваешься этими слезами? Она молчит. Я говорю: ну ты добиваешься, ты, это называется манипуляция. Ты добиваешься того, чтобы я почувствовала себя виноватой, выпрыгнула из штанов и повезла тебя туда. Или забила на твою школу. Это называется манипуляция. А я тебе предлагаю здоровое, здравое решение взрослого человека. Поэтому история про то, чтобы я себя чувствовала плохой мамой, она ее не будет. Потому что я прекрасно знаю, что я очень хорошая мама. Она обняла меня, подошла, попросила прощения, сказала: да, мама, ты очень хорошая мама, ты права, мы спокойно подождем 2 недели, тем более мы узнали, что, ну, как бы супер страшного ничего нету, такого, что нужно решать это и экстренно. И вот, понимаете, вот это навязывание чувства вины, оно больше на меня не проходит. Если раньше, например, я себя в чем-то ощущала там, мы ощущаем чувство вины тогда, когда мы не можем чего-то дать. И я вам скажу, что чувство вины хорошая вещь и прекрасно срабатывает тогда, когда вы ни черта не делаете. Вот на прошлом эфире была девочка, которая задала такой вопрос, если кто-то был, то помнит, она спросила: а что делать, если в классе одноклассники смеются с того, как ты одеваешься? И я сказала родителям, взрослым, кто здесь был, что вот что нужно слушать. Поэтому чувство вины у вас должно быть, если вы ленивая жопа. Если вы не можете, как вы часто люди взрослые говорят, найти мотивацию для того, чтобы начать зарабатывать. Если вы вечная жертва, обвиняющая всех, а ваши дети от этого страдают. Вот тогда вам это чувство вины необходимо. Просто нужно им закопаться, этим чувством вины, чтобы оно вас как ракета, блин, вынесло, и вы наконец-то поняли, что нельзя так дерьмо топить не только свою жизнь, но рожать детей и при этом бросать их в это гадство. Да, возможно, они вырастут и все это пробьют, эти потолки, но просто знайте, что вы заставляете их купаться в помоях. Вы своих собственных детей своей ленью, своей тупостью, своим нежеланием развиваться, вы их топите каждый день в канализации с говном. И все свои 10, 15, 20 лет, сколько они с вами живут, они чувствуют, как они это говно жрут. Вот что вы должны знать про чувство вины. И вот это чувство вины вам будет очень полезно. Но чувство вины в том, когда вы идете, стремитесь, делаете, когда вы ставите цели и ощущаете чувство вины, что вы, значит, близкие вами недовольны, вот это, про это надо забыть. Когда я достигаю своей цели, я смотрю в одну точку. И когда прихожу заниматься спортом в зал, я отключаюсь от всего. Я когда тренируюсь, я смотрю в одну точку, сконцентрирована на том, что я делаю. Точно так же в своих целях, в спорте дети делают. Они, когда выходят, они сконцентрированы только на упражнении. Когда я в жизни, в своей, ставлю себе цели, я тоже сконцентрирована на этом. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, каким человеком я хочу стать. Я знаю, какие навыки мне нужно получить. Я знаю, какую дисциплину мне нужно выработать. Я на этом концентрируюсь. И только так вы можете достигать успеха. Когда вы себя сами настраиваете на то, кем вы должны стать. Когда вы только вы верите в себя беспрекословно, вы сами, не кто-то другой. Ой, в меня никто не верит, слова типичной жертвы. Меня никто не поддерживает, как же мне одному? Все время есть 1057 отмазок, почему у меня не получается. Вот этого я не принимаю. Не принимаю и все. Так, давайте посмотрю ваши вопросы. А то вижу, что вы что-то пишете.
Вы сейчас, Оля, рассказываете полностью о моем муже, обвинял меня во всем, перестал обращать внимание, живу своей полноценной жизнью. Ну, обычно следующий этап – это поменять мужа. В какой-то момент, когда ты начинаешь обретать себя, ты понимаешь, что ты становишься другим человеком. И тот человек, который находится рядом с тобой, это как ботинки, которые ты носил в 7 классе. Они тебе страшно нравились, подходили, но ты вырос, ты больше не в 7 классе. И вот когда это осознание приходит, люди расстаются. Я вам рекомендую для тех, кто уже дорос, менять ботиночки и не бояться этого тоже, потому что я знаю большое количество людей, которые вот эти тапки старые за собой тянут, рассказывая и находя в них что-то хорошее. Иногда стоит признать, что мода на тапки вышли. Вот такое можно. Так. Муж каждый день выпивает по баночке пива и говорит, что это алкоголизм. Да. Это уже алкоголизм, который в какой-то момент может... Если человек не может не пить, это уже алкоголизм. Какая-то там его стадия. Вот, Оля, свекровь только сейчас не такая. Класс, Ален, вы молодец. Конечно, я ни в коем случае не типирую людей, да, вот все одинаковые. Нет, просто я вам рассказываю какие-то примеры. Чем более осознанными людьми мы становимся, тем больше мы даем свободы другим людям. Право жить той жизнью, которой они живут. Это как бы важно понимать. Так, с вами на рерайтера с июня, вас бы мне лет 15 назад. Вы знаете, мне бы себя тоже лет 15 назад было бы очень в тему, я могу сказать. Так, стараюсь отходить от людей, которые постоянно ноют, денег нет, все плохо. От них надо не стараться отходить, а просто закрывать двери. По поводу мам еще, кстати, я вот такой часто пример привожу. То есть, если у вас есть люди, с которыми вы не можете не общаться, но которые постоянно ноют, и особенно которые вам звонят и сливают на вас свой понос, ну, простите, это часто относится к мамам. У многих такие мамы жертвы, и ты маму, ну, ты не можешь как бы маму все время посылать. Значит, я всегда рекомендую заготовочки делать мамам. Знаете, как они огурчики, помидорчики там делают? Вы им делаете заготовочки, вы им там и ищете какое-то интересное видео, какое-то интересное, ну-ка, не сильно умное, такое, на их уровне, но интересное, чтобы потом с ними иметь возможность это обсудить. Вы спрашиваете: мам, ну как тебе это видео там с котиками? Или ты видела, как они там построили дом? То есть у вас должна быть какая-то тема для поддержания разговора с мамой в течение 10 минут. Все, вы с мамой поговорили, мама дальше хочет что-то обсудить и говорит: ой, мамочка, извини, вот сейчас на это времени не хватает. То есть важно дать маме те темы, с которыми вы хотите общаться, на которые вы хотите общаться. И тогда у вас все будет хорошо. Потому что мама почему на вас сливает? Потому что она хочет о чем-то поговорить, а о чем не знает. Так, цели же меняются, начинаешь ведь порой сомневаться, надо ли. Цели меняются, но цели меняются, понимаете, вот многие говорят, цели меняются и не действуют никак из-за этого, боятся, что начнут делать что-то не так. Это же круто, что цели меняются, но цели обычно меняются когда? Когда я иду, например, если я не вышла из дома, то я не могу понять, что я в зоопарк не хочу, например. То есть я себе какую-то траекторию делаю в голове, но я все равно фактически сижу дома. А так я вышла из дома и думаю, пойду в зоопарк. Такая иду, а потом дохожу полдороги и думаю, да нет, я в зоопарк не хочу, я лучше поеду в бассейн. Но так или иначе, это мои действия, я через действия что-то делаю и совершаю. Если так, это мы обсудили. Как же не прятать свои эмоции ребенку? Не понимаю сейчас вопроса. Мой сын меня игнорирует, а я сама точно ребенок, всю жизнь жертва. Вот, это прекрасно, что вы это осознаете. Если ваш ребенок вас игнорирует, а вы уже это понимаете, вы можете провести с ребенком разговор. Первое, это всегда попросить у ребенка прощения, что прости, пожалуйста, за то, что я с тобой вот была такой мамой, я тебя очень люблю, но я не знаю, как по-другому быть. Понимаешь, я вот сейчас начинаю только получать какую-то информацию извне и понимать, что я что-то делала не так. Я понимаю, что я тебя, наверное, сильно достала в этой жизни. Давай поговорим с тобой об этом, давай с тобой заново построим наши отношения, давай с тобой будем заново знакомиться. Я тебя родила, я была просто девочкой, и я своим детям всегда говорю, что девочки, мама это такая же девочка, только ей возраста побольше, все, мы ничем с вами не отличаемся, никто не учит быть мамой, никто, ты автоматически не получаешь какой-то набор знаний, когда ты родился, я даже не знала, что с вами делать, я все время рассказываю, как в роддоме мне дали эту Алису, а я не
верила, что врачи мне ее отдадут домой. Я им говорю, вы понимаете, что у меня не было никогда ребенка живого? Что я что-то могу сделать не так, с меня ржал весь роддом по этому поводу. Поэтому ничего страшного, разговаривайте с детьми, вы будете становиться ближе, просите их вас научить быть мамой, просите их вас, вот учитесь, это классно. И скажите, я понимаю, что ты меня игнорируешь, потому что, давай с тобой, мне очень важно вот эту связь нашу наладить, давай с тобой научимся. Мы же обычно, почему от нас люди отдаляются? Потому что они чувствуют, что их все время пилят, их все время учат, на них все время какой-то идет вес, и мы от таких людей начинаем плавненько ты-ты-ты-ты-ты. Могут слезы быть просто детской реакцией без манипуляции, просто выражение эмоций. Слезы могут быть, конечно, могут быть. Слезы это разная очень какая-то эмоция. Это Toyota, если бы о моей машине, это Porsche Cayenne. Можно сказать сыну, сделай себе сам. Можно, конечно, зарубы себе сам. Можно, но ему нужно объяснить, как это делать. Ему нужно помочь, понимаете, в этом вопросе. Вот, кстати, такая интересная тема. Мне недавно дети мои говорят, Ева приходит ко мне или Алиса, я уже не помню, моим детям 6 и 9 лет. И они говорят, мам, как нам можно заработать денег? Мы им сделали карты недавно, начали их учить пользоваться картами, вообще своими финансами. Вот, как нам заработать денег? За что вы нам можете платить? Там, может быть, мы поубираем квартиру. В общем, когда папа озвучил, сколько получает наша домработница, а у нас 220 квадратов, у дочери у моей округлились глаза. Она спросила, за эти деньги убирать такую площадь? Мы сказали, да, ты как думала? И, в общем, они начали нам задавать этот вопрос. Как они могут заработать? Постель убрать. Но мне не очень нравится, что они будут зарабатывать как уборщицы. То есть мы все к этому приучены с детства, помоги маме. Но мне это не нравится. И я начала думать о том, как же это сделать. И вот мои дети профессиональные спортсмены. Профессиональные, потому что они профессионально занимаются каждый день по несколько часов. Одна спортивными бальными танцами, вторая художественной гимнастикой. И у них много турниров. И я решила добавить мотивации. Я сказала, Ева, давай, Ева это моя младшая дочь, вот у нее были турниры. Я ей сказала, Ева, давай за каждое золото ты будешь получать деньги. Если вы думаете, что в ее возрасте и в ее категориях золото выигрывается легко, это не так. Потому что это уже нормальные соревнования, это уже не история про то, когда всем раздали кубки, нет, это нормальные взрослые соревнования со взрослыми соперниками, некоторые из которых старше ее на 5 лет, поэтому это очень все серьезно. И я ей установила зарплату, премию за каждый золотой кубок. Это страшно понравилось ей и страшно понравилось мне, настолько, что за эти выходные она заработала 6 кубков, что было вообще для меня просто какой-то, такой фантастической историей, потому что 2 кубка она, не 2, больше, она заработала в категорию, в которую только-только вошла, где еще более взрослые дети. С Алисой мы договорились о том же самом. И вы знаете, это очень правильный момент, когда мы платим детям не за побочный труд, а за то, что является, по сути, их работой и ростом, потому что обе девочки у меня, еще раз повторюсь, профессионально занимаются спортом, профессионально. А это очень важно, чтобы люди и дети учились зарабатывать на том, чем они занимаются. У нас очень часто, помните как, занимаюсь я одним, а зарабатываю я другим. Хожу учиться, например, учусь я там на юриста, но прохожу я не юридическую практику где-то там за какие-то небольшие деньги, а работаю я официантом или по ночам я разгружаю вагоны. Вот это неправильная история. Мы должны всегда учиться, что если мы чем-то занимаемся, то и зарабатывать мы должны в этом. Это нормально. И вот я им с детства установила вот эту взаимосвязь, например, по заработку. Важно помочь своему ребенку разобраться с вопросом, в чем, что ему интересно, где бы, в чем он мог реализовываться. И, безусловно, деньгами можно его мотивировать к этому развитию. Но вот у нас это прекрасно работает. Потому что если вы ему говорите просто иди заработай сам, но если вы скажете так девочке, то не удивляйтесь потом, что она превратилась в проститутку или начала там вебкамить. Я сейчас смотрю сериал про вебкам. Просто шок у меня вообще, что есть такая профессия, честно говоря, что девочки там раздеваются и занимаются сексом перед камерой и зарабатывают за это приличные деньги. Не знаю, как это в жизни, но в сериале это, конечно, просто
просто у меня истерика была, когда я это увидела. Чувство вины, что что-то иногда не получается или недостаточно хорошо. Цель есть, действия есть, но хочется быстрее, не получается. Это из-за вашего незнания, как устроена Вселенная и как устроена наша энергия. Вот это незнание, которому я как раз обучаю, очень нас портит. Ну вот смотрите, например, вы все знаете, что если вы возьмете... Ну, условно говоря, что если вы возьмете какую-то грязь и намажете себе на лицо, то у вас могут быть прыщики. Вы же это знаете, поэтому вы это не мажете. Но если бы вы этого не знали, вы бы это делали. Вот в жизни происходит точно так же. Я вам расскажу такую штуку, что у нас существует много всяких разных интересных законов, но один из них, который мы все знаем, он звучит как закон притяжения. И он не только в контексте, да, там, притяжения Земли, что вот так и все падает вниз, а он и в контексте того, что мы с вами излучаем. Потому что мы с вами излучаем определенную энергию. И если мы с вами, ну так, краткий экскурс, если мы с вами думаем о хорошем, если мы с вами много радуемся и так далее, и так далее, и так далее, мы излучаем с вами высокие вибрации энергетические. Если мы находимся в стрессе, все время жалуемся, ноем, мы с вами находимся, то, что называется, плохим настроением, да, недовольны. Мы с вами излучаем низкие вибрации и притягиваем в свою жизнь то же самое. Так вот, теперь смотрите. Мы все время желаем удачи, да, но при этом постоянно расстраиваемся о том, что пока мы неудачны. Мы все время думаем, блин, я неудачник, у меня все плохо, но когда-нибудь я стану удачливым. Понимаете? Мы все время находимся на низких энергиях, притягивая к себе еще больше низких энергий. Из чего-то фантазируем, что когда-то мы станем удачными. Это похоже на то, что мы сидим и жрем пончики все время. И очень сильно страдаем, что мы худые. Но мы едим пончики и говорим, ну когда-то я обязательно стану худой. Доем только этот пончик и похудею. Взаимосвязь, понимаете? Вы когда-нибудь видели человека, который каждый день жрет пончики и не занимается спортом, который бы худел от этого? То же самое в жизни. Успех притягивает успех. Неудачи притягивают неудачи. Мы все мечтаем, у нас проблема такая, мы все хотим получить в огромном количестве, дайте мне, да, таблетку от жадности и побольше, забывая о том, что любой олимпийский результат начинается изначально со школы ребенка, где он просто приходит и начинает по чуть-чуть что-то делать. Никто не пробежал никакой марафон сразу же. Люди годами тренируются. То же самое происходит и в нашей жизни. Для того, чтобы мы достигли огромного успеха, и смогли его притягивать, мы должны научиться собирать с вами маленький успех. Любые бусики, помните в детстве? Любые бусики не рождаются бусиками. Они начинаются с лёзки и звенья одного, которая потом вторая бусинка, третья, потом много бусинок. Любой шарфик вязаный начинается с одной петли. Помните? Так вот такая же история с успехом. Если вы не приучите себя радоваться, если вы в себе не взрастите это дерево внутреннего успеха, какой я молодец, я сегодня рано встал, какой я молодец, я сегодня выполнил все дела, какой я молодец, я сегодня прошел пешком. Желательно, чтобы этот успех закреплялся в разных отраслях, но, безусловно, двигался к вашей цели. Когда вы будете каждый день по бусинке приучать себя быть счастливым, радостным человеком, который закрепляет, что он в чем-то молодец, ваша энергия успеха будет разрастаться, и вы... непонятным для себя образом будете замечать то, что мы называем белой полосой, полосой везения. Это не полоса везения, она у вас может быть жизнь везения. Вы просто не понимаете этого, и вы бусики нанизали, а потом их раз, не закрепив, помните как, не закрепили веревочкой и спустили. Или вы спицы, шарфик привязали, сделали, как он называется, связали. Но в конце там, помните, не закрепили петельку, и пришла ваша кошечка и начала тянуть, и все снова распустила. Вот, собственно, так все это устроено. Поэтому вместо того, чтобы огорчаться, что у вас не получается, что вы недостаточно хороши, вы должны знать, что вы этим самым распускаете свой успех. Вы как свитер его распускаете, а ваша задача каждую петелечку собирать. Петелечка к петелечке, копеечка к копеечке, молодец, молодец. И вы увидите, как это будет разрастаться. У меня прошлая неделя была такая офигенная. Прям один день, знаете, закончился, короче, день. В общем, за день случилось куча всего хорошего, и вдруг вечером
Мне пишут, что я выиграла билеты на концерт Макса Барских. Это было самое смешное, потому что... Ну, во-первых, я вообще никогда никаких этих розыгрышах не участвую, а тут просто в Фейсбуке я увидела сообщение, типа, и написала «я хочу», и все. И когда еще это подвалило, я просто поняла, что, ну, успех — это дело заразительное, понимаете? Вот оно когда прет, оно прет изо всех дыр. Поэтому наша задача с вами — собирать это блюдо по капельке, а не говорить так, посмотреть: «ой, у меня тут мало», раз, разлили. Вы так никогда ничего не соберете. Ну, надеюсь, что я вам разжевала. Так, мне кажется, я должна помогать родственникам, они этим пользуются явно. Как избавиться от этого чувства? А вы себе скажите: я никому ничего не должна. Вы сначала должны помочь себе. Вот помогите себе, а потом, когда вы должны помогать так, чтобы вам это было в кайф. Если вам это не в кайф, то есть вы паритесь о том, пользуются они этим или нет, то не делайте этого. Просто не делайте этого, и все. Вы ничего никому не должны. Так, случайности не случайно, конечно. Решила тоже сменить обувь. Вот. Рерайтер супер, пишу книгу, спасибо большое за эфир, сейчас нахожусь в тяжелой ситуации, с мужем расстались, я знаю, что все к лучшему и все будет супер. Вы сейчас находитесь не в тяжелой ситуации, вы сейчас находитесь в офигенной ситуации, потому что у вас сейчас то, о чем мечтают многие женщины. Вообще свобода выбора, зрелость, опыт, не знаю, сколько вам лет, но тем не менее, у вас уже все равно есть опыт. Сейчас ваша задача — больше не идти на поводу у себя старой, а решить, какая вы новая Ксения, чего вы хотите, каких отношений вы хотите, и начать себя готовить к этим отношениям и к такому партнеру, своему соответствию. Вы сейчас можете множество всего пробовать, вы сейчас можете без зазрения совести вступать в романы, вы сейчас можете делать все, что вы захотите. Это прекрасный период, и вы его должны воспринимать не как тяжелый, а наконец-то как самый лучший в вашей жизни. Это я вам точно говорю. Так, спасибо за то, что меняете жизни. Да, пожалуйста, пожалуйста, рерайтер. Ой, как приятно, лучшее, что случалось в жизни. Так, спасибо. Мне папа платил за оценки в школе, тоже хорошо. Если сын говорит прямо: я не хочу, мне не нужны деньги, я сейчас в панике, сын не учится, потому что не хочет работать, нужно потихонечку вот быть хитренькой, искать, показывать ему какие-то интересные видосы про ребят, которые зарабатывают деньги, его нужно мотивировать, у него есть какое-то отрицание, важно выяснить, почему с ним это произошло, почему он не хочет денег, что у него с деньгами связано. Может быть, он считает, что деньги все портят. Может быть, он видел, что из-за денег ссоры. Может быть, он видел какие-то страдания. Важно с ним начинать об этом говорить. И самой просвещаться в этом вопросе, конечно же. Ему нужно помочь изменить эти убеждения. Потому что в противном случае эти убеждения превратят его в бедняка. Так. Я давно хотела, но сумму не могла выделить. Тут раз рерайтер по полцены решила, значит, пора. Смотрите сериал «Ласточки»? Нет, не знаю о таком сериале «Ласточки». Есть ли у вас еще медитации? Денежная зашла, слушаю каждый день. У меня очень много медитаций, но они у меня все в основном идут в рерайтере и в клубе. Вот. Уже таких свободных доступов я, честно говоря, не знаю. На YouTube есть в свободном доступе вечерняя медитация, а так, честно вам скажу, Сергей со всем этим воротил и крутил, что-то давал бесплатно, что-то там продавали, потом мы решили, что все-таки медитации в большинстве своем будут уже у тех людей, которые у меня учатся. А там медитаций много. Так, мне 39, хорошо, что расстались, да, спасибо за ответ. Ну, конечно, ну 39, мне 38 будет, о чем вы говорите? Самое оно, красивое, умненькое, мудренькое, уже знаю, чего хочу, уже можно столько всего напробовать, помоложе, постарше, берите помоложе и нескольких. В общем, развлекайтесь, как хотите. Как попасть в клуб? В клуб можно попасть после рерайтера жизни. У нас есть только один вход. Рерайтер жизни – это, как знаете, воронка, где как первый класс начальный, где вы должны выучить азбуку, где вы должны четко понять и разобраться, как это все устроено, как работают ваши мысли, как работает ваша энергия, написать книгу своей жизни для того, чтобы понять, чего вы хотите. Потому что, повторяюсь, проблема главная людей в том, что они не знают, чего хотят. Почему вами легко манипулируют другие? Потому что если вы твердо решили, например, что вы идете вот прямо, вот на эту скамейку, то вы идете прямо. А если вы не знаете, куда вы идете, то вам все говорят: ты иди направо, ты иди налево, ты иди туда, ты иди сюда. Вот важно всегда определиться с тем: я-то чего хочу, я чего хочу. У нас на это
В жизни почему-то у большинства людей никогда не было времени. Никто не задумывался о том, что он может хотеть свое чего-то. Все пытались реализовать желания или опыт взрослых. Они же лучше знают, они лучше разбираются. Нет. Так, спасибо за эфир. Очень важную вещь для себя вынесла. Прям мега важную. Это очень хорошо. Друзья, мы пошли на второй час. Это уже too much. Я вам очень благодарна. Я вас всех приглашаю на марафон рерайтер жизни, который стартует 1 июня, следующий поток. Если вы уже рерайтовец, стартует денежный портал для вас. Посмотрите, пожалуйста, информацию. Она есть у вашего бота. Не пропустите, потому что это мега крутой марафон по работе с денежными программами. И он проходит только раз в полгода. Повторяюсь, на него могут попасть только те, кто прошел рерайтер жизни. И вообще, люди, перестаньте думать о других, перестаньте думать и париться о том, что кто о вас скажет, перестаньте пытаться соответствовать кому-то и не пытайтесь, а разберитесь с собой, чего желаете вы, куда следуете вы и что для вас значит быть счастливым. И уберите все ненужное. Кто не может справиться самостоятельно, приходите в рерайтер, я вас жду. Я вас очень попрошу написать несколько слов об этом эфире, когда я его опубликую. Это очень важно для меня, это всегда является для меня доп. Мотивацией проводить эфиры, и это будет важно для тех, кто увидит этот огромный длинный эфир и подумает, стоит его вообще смотреть, на него тратить столько времени или нет. Спасибо всем большое!